Приветище! Сегодня у нас с тобой новенькая игруха под названием Petlands. Игра дико напоминает то, что раньше мы видели в Роблоксе, во что, в принципе, играли. В симулятор пэтов, где ты, небольшой человечек, бегаешь, разводишь маленьких питомцев, и они все толпой за тобой бегают. Ты потом ищешь более лучших питомцев, эпичных, там, легендарных. В общем, из Роблокса взяли и перенесли это все в отдельную игру. Возможно, даже сам разработчик в Роблоксе это сделал. Я точно не знаю, кто создатель этой игры. Вот, мы сейчас набрали 32 монетки с этого сундука. То есть я подхожу к нему, и я по большому счету ничего не делаю, вообще ничего. Я просто возле него кручусь и собираю монеты. Может быть, его долбить надо? А, вот, я по нему сейчас ударил. Вот эти монетки. А, мышка наводится. Все, я понял, мышка наводится, и чем чаще я ее кручу, тем больше монеток летит мне в карман. И вон там вдалеке я уже вижу у водопада небольшое яйцо. Нажмите, чтобы показать. Ну, давай нажмем. Выкупить за 140. У меня, в принципе, 140 монет уже есть. Разбиваем яйцо. И мне попадается вот такой вот интересный дракоша. Новинка. Дракоша, ты со мной теперь будешь бегать? Он теперь самостоятельно бегает, тоже собирает монеты, либо ест. И даже непонятно, что он с ними делает. Ну, вроде как помощник. Не гадит мне. Игра — это демка. Она скоро должна релизнуться. Если тебе понравится, все ссылочки будут в описании. Ты можешь скачать, сам поиграть и дождаться уже потом выхода основной игры. Мы сейчас только смотрим с тобой, как это все выглядит. Пойдем еще сейчас купим нового питомца за 140. Благо мне это позволяет. Дальше, когда мы накопим прилично денег, мы сможем перейти в другую зону и так далее. Все так же, как в Роблоксе. Вообще абсолютно. В общем, игра для тех, кто хочет видеть на канале... О, шарики полетели. Их надо лопать, наверное. Точно, их лопать надо. Вон тут, вон тут. Не успел тут шарик лопнуть. Ничего себе, тут еще и такие типа мини-игры какие-то есть. Забавненько. Надо следить за этим. Давайте, собачки, хавайте золото, собирайте. Вот этот сундук давай здоровый тоже разбабахаем. Что-то еще там выпало. Так, это у нас что? Ваши личные питомцы. Тут мы видим всех питомцев. Шарик, 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 шарик. Алмазики. Пока непонятно. Скорее всего, они дальше нам понадобятся. Какой-то подарок я получил еще. Плюс один. С этими ящиками я ничего делать не могу. Пойдем, зайдем вон туда. Шалашик. Здесь пусто. Ничего нету. И вообще, в принципе, нам туда зайти нельзя. Еще один шарик в виде сердца. Еще один. Ох, сколько шариков-то. Все, мы разблокировали вторую зону. Сейчас туда пойдем. Денег просто завались тут. Спасибо. Разблокировали. Прилив монет в зоне X5 монет на 3 минуты. О, прилив монет мне дали. Сейчас я только вот это вот еще заберу. Алмазик. Отсюда уходить даже не хочется. Столько тут золотых монет, брюликов и вообще всего-всего. Давайте, ребят, теперь здесь смотрим, сколько тут монет я получаю. Огроменный сундук. Тут просто золото викингов какое-то. Чаши такие наполненные. А, нет, это не пустые, к сожалению. Шарик вот этот тоже шлепнем. Пойдем посмотрим, что можем здесь прикупить. Достаточно у нас денег. И смотри, территория здесь как-то молнией ограждена. Странно, что это она молнией награждена? Я надеюсь, питомцы могут здесь ходить. Давай посмотрим, что у меня в инвентаре. У меня 4 подарка. Мы сейчас их пооткрываем. А в них деньги. Угу. Я думал, что-то интересное. То, помимо денег еще даймонды есть. Ну, камни, брелики и все такое. Здорово. Пойдем посмотрим, что можем здесь прикупить. Какое-то новое яйцо. Вылупился какой-то... Кто это у нас вылупился, даже непонятно. А, ну вот 67%. Вот этот чувачок у нас и вылупился. О, легендарный появился питомец. Давай еще одного. Еще один легендарный. Сколько у меня по итогу питомцев? Сила 1, первое яйцо, область 1. Они самозаменяются или как? Что-то куда-то переносить надо, нет? Ладно, в общем, походу не надо. Лучшие питомцы, 3 из 3, они автоматически должны меняться. Сейчас посмотрим. Да, они автоматически меняются, мне то есть ничего из инвентаря вытаскивать, кого-то там менять, ничего это не нужно. Автоматом все происходит. То есть на релаксе здесь играешь, вообще не заморачиваешься. Питомцы как-то раскрасились в радужные цвета. Видимо, какой-то бонус получили. Можем перейти в новую зону. Что ж, давай это и сделаем. Здесь что-нибудь у нас новенькое появилось. Ну, в принципе, все то же самое. Такие же огромные сундуки.
огромные летающие шарики, которые надо лопать. Посмотрим, что здесь по яйцам. Сколько они стоят, не обратил внимания. У меня денег дофига, я теперь не смотрю на сумму. 416 стоит одно яйцо. Ну уже, дайте мне какого-нибудь легендарного или редкого. Обычные всякие попадаются. Их можно как-то продавать. Сейчас мы зайдем сюда. Ничего с ними пока делать нельзя. Что очень печалит меня. Откроем тогда подарочки. В принципе, все визуально и... О, легендарный какой прикольный попался. Здорово, все, на этом мы останавливаемся. Идем собирать бабло. Давайте, ребята, крошите. Что вот это за ботинок? Переключите ховерборд. На ховерборде могу летать. Это чтобы быстро преодолевать расстояние между зонами, скорее всего. Ну что ж, ладно. Не, пупсики, мы здесь. Сундучок вон выпал. Заберем его. С ховерборда сейчас слезу. Где же мне уже даймонсы тратить можно будет? Событие с бриллиантами на 15 секунд. Используйте для покупки улучшений и специальных сундуков с сокровищами. Воу, что началось? Сейфы попадали. Сейфики надо долбить. Короче, есть какие-то сундуки, в которых можно потратить эти камни. И там улучшить, видимо, пэтов и самого себя. Боже мой, сколько... В Роблоксе такого изобилия монет, чтобы тебе выпадало. Да ну нафиг, там надо донатить было жестко. А тут, пожалуйста. Одно удовольствие, на самом деле, когда на тебя сыпется такая куча монет. И вообще не только монет, всего-всего. Здесь, смотри, вон тоже монетки валяются. Так, что там у меня? Почти набрал нужную сумму для мероприятия с воздушными шарами. 45 секунд будет длиться. Лопаем. Где-нибудь еще шарики есть? В принципе, все, мы можем переходить сейчас в новую зону. Мы успеваем. Уходим. Давайте здесь собирать, ребята, монеточки. Сколько стоит яйцо тут? Оно белое, кстати. Обычное какое. А, нет, необычное. 676. Ну, давай одно откроем. Новый редкий попался мне. Что у него там редкого? Сила 4. Яйцо 4 области. Индекс питомца 17. У этого 13, этого 8. Короче, это сейчас, хоть он и редкий, но он лучше, чем легендарный прошлый. Вот этот вот фиолетовый. Получается, со мной может максимум бегать сейчас 3 питомца. Возможно, я смогу сделать апгрейд и увеличить свой штат питомцев. Допустим, чтобы бегало со мной 4 или 5. Шарики полетели. Пойдем еще прикупим. Может, кто интересненький попадает сюда. Обычный. И обычный. И все, они, наверное, будут со мной бегать. Обычные нет, остались. Со мной легендарный, редкий и легендарный. Ладно. Уйди, питомчик, не мешай мне, пожалуйста. Сколько нам нужно? 20 тысяч и 4 набрать, чтобы перейти в новую зону. Сейчас мы это сделаем. Очень быстро. Благодаря моим питомцам. В принципе, даже кликать не нужно. Я просто навожу на что-то курсор. А если я попробую кликать? Ну, что-то как-то непонятно. Нет, кликать вообще не нужно. Я так понял. Даже не ускоряется, по-моему... Просто навел мышку, и автоклик происходит. Хотя вот даймонсы надо кликать уже. Даймонсы просто так не ломаются, огромные. Шарики. Че, пойдем еще прикупим? Пойдем, может быть, кто попадется нам интересный. Редкий. Вот, кстати, чтобы лопнуть шарики, по ним нужно кликать. По-другому не получится. Один шарик улетел, к сожалению. И было бы еще неплохо, чтобы в инвентаре была кнопка «Открыть все подарки». Сразу, моментом. А то неудобно каждый подарок вот так вскрывать. Это же... У меня там шарики вообще летают, а я тут сундуки вскрываю. О, огромный! Огромный появился. Блин. Неудобно, конечно, открывать и сразу шарики лопать. Хотя вроде как два действия сразу делается. Да сколько у меня этих подарков-то, я уже скрыл. И мы можем перейти на новую территорию.
Надеюсь, там будет прилив монет. Какие огромные сундуки. Ребята, быстро сюда. Быстро, 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 быстро. Давайте, давайте, давайте. Все сундуки шлепаем. Сколько денег у меня? 6 тысяч. В принципе, могу позволить здесь что-то себе прикупить. Каменное яйцо. Редненького какого-нибудь мне дайте. Обычно и неинтересно. Да что ж такое-то? О, легендарный. Черненький. Кубок. Сейчас посмотрю на этого легендарного. Что там у нас? Посмотрим. Сила 6. Ага. Ну, довольно мощный он. Мощнее, чем прошлый легендарный. Что логично, да? Это же в новой зоне. И он дороже, в принципе, и по яйцу стоит. Еще новиночка какая-то. Что там у нас выпало? Вот этот вот, необычный, но он как бы не в почете у нас. Так, это тоже обычный. Сколько нам? У меня 23 тысячи. Еще один необычный. 20. Сколько они полезли-то, смотри-ка. Уже несколько необычных. Жалко, здесь нету сейчас такой функции, чтобы из необычных, да вообще из простых пэтов, я их мог скрещивать и получать более лучших пэтов. Пока что такой функции я не вижу. Сейчас я залезу в инвентарь, еще посмотрю. Сундук-то что мы вот этот будем лупить, нет? Давайте лупить вот этот сундук, что-то он какой-то мощный. Жрите его, хавайте. Оу! Увеличение радиуса магнита монет на плюс 33. То есть я теперь еще дальше смогу собирать. А там что за камни? А это что за камни у нас тут появились? Ого! Сколько здесь камней. Надо бы пособирать. Причем это камни какие-то другие. Я таких еще камней не видел. Вот. Драгоценный камень обычный. Используется для покупки магических книг каждых, в каждой 10 областях. Надо, конечно же, их собрать. Как это я их пропустил? Все, 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 собираем. Пэтов потерял из-за этих камней. Не видно было ничего. Я уже, кстати, в новую область могу пройти. Поэтому у меня есть ховерборд, который позволяет мне быстро возвращаться в другие поля. Смотри, вон там склянка появилась. Огромная склянка. Подожди. В нее собирается монета. Ха. Интересно, для чего? Ну, давай соберем в нее монеты, посмотрим, что нам это даст. Она наполняется, кстати, эта скляночка, вон, видно. Так. Событие с напитками для питомцев. Золото, радуга, мега, что-то там еще. 45 секунд. Давайте, давайте, ребята. Хавайте. Видимо, нам за 45 секунд нужно убрать эту банку с монетами готово. Набрать эту банку и лопнуть. Я получил какие-то склянки. Что за склянки? Зелье урона питомцев. На 15% в течение 10 минут... увеличивает урон. Зелье падения монет. Ну, 25 в течение. Ну, давай выпьем. И то, и то. Вот, я выпил. Усилил своих питомцев. Они теперь вон радужные какие, довольные бегают. Сейчас тут проедусь. Шарики. Ох уж эти шарики. Вон, сундук долбите, ребят. И сейчас надо ехать в новую зону. Мышку потерял. Не видно ни черта из столько золотых монет. Все, поехали отсюда нафиг. Нафиг, нафиг, поехали. В новую область. Вот сюда. У меня денег-то вообще сейчас завались. Сразу же несколько... Какой-то песчаный питомец будет у нас сейчас тут. Из песчаного яйца. Необычный. Дайте мне редкого. Что, деньги закончились? А, ну да, точно, деньги закончились. Я думаю, что у меня яйца не покупаются. Фигню какую-то понадоставал. Так, так, так. Из шестой области, с пятой, с третьей. Ну вот, необычный, короче, с нами сейчас бегает. Это же мы в шестой области. Там у нас седьмая. Да, это в шестой области мы добыли его. Не успел шарик лопнуть. Слушай, ну это какой-то рай для пиратов. Куча золота. Куча сундуков. Даже не надо искать ничего. Прикольно, что есть куча усилений, куча всяких мини-игр. Ховерборд есть.
что тоже не может не радовать. Опять вон там камни эти появились, которые можно лопать. О, я даже вот так дистанционно могу там что-то. А, забавно. А камни, камни... Ой, камни также. Класс. Тогда пускай мои питомцы тут хавают золотишечко, а я там буду камни издалека разбивать вот так вот мышками. Просто потом подлететь туда надо будет и собрать это все. Так. Есть. Я, если что, потом сюда вернусь за этими камнями. Вот этот сундук. Опа. Плюс один слот для команды питомцев. Вон как он появляется. Короче, это был специальный сундук с сокровищами. Начиная с пятой зоны они появляются. И нужно, короче, по зонам летать. У меня реально сейчас 4 пэта? Ну да, точно, 4 пэта. Это здорово. Кстати, смотри, а камни-то исчезли? О как. Камни исчезли. То есть не дособирал, не насобирал, так и все. Понятно. То есть, если видишь, надо сразу же лететь и собирать. Окей. Ну чё, соточку набрали в новую зону. Тут водичка есть, приятно. Я по воде же бегать умею? Могу. Прыгать могу. Мероприятие с воздушными шариками. О, яичко. Пойдем посмотрим, какое здесь. Ого. 4000 стоит. Ну, давай купим. Обычный. Еще один обычный. Ну, дайте редкого хотя бы. О! Еще один необычный. Так, короче, до этого было несколько обычных, и потом пару необычных. Вот они, эти питомцы. Все, пожалуй, на этом остановимся. Сундуки посматривать. Опа! Смотри-ка, что появилось. Скляночка. Давай наполнять ее. И камни снова появились. Пока они тут наполняют склянку, я камни поломаю. Потому что мы подближаемся уже к десятой области, где начнутся интересные вещички. Что там в виде чего? Ну, где, короче, мы сможем драгоценные камни эти потратить. Поэтому надо насобирать их тут как можно больше. Че вы там, склянку наполнили-то? Ребят, надо побыстрее, она может сейчас исчезнуть. Ну, еще чуть-чуть горлышко осталось набить. Опа, сундук. К месту, кстати, он здесь. Все, набрали эту скляночку. Еще зелье получили. Какое-то новое. Сейчас надо посмотреть. Бежим сюда, ребят. Копить 200 тысяч мне. А я посмотрю, что там еще за... А, странно. Мне показалось, что 3 банки каких-то мне попало. И одна новая была. Но нет, нифига. Просто показалось. Опа! И в этой области камушки появились. Здорово. Ребятульки, бежим сюда. Надо пособирать. Ура! Наконец-то набрали... О, какой здоровый сундук появился. Ломайте его. Короче, мы открыли 8-ю зону за 204 тысячи. Наконец-то. Что-то какой-то... Сундук был очень мощный. Еще надо нам вернуться назад, поскольку опять скляночки я увидел. А скляночки, как мы знаем, дают. Смотри-ка, тут больше ничего не появляется. О, камни вылезли. А скляночки дают нам... эликсиры, которые, между прочим, можно сейчас выпить. Одну вот эту и другую вот эту. Камушки, конечно, поломаем обязательно, потому что мы уже близки к десятому, десятой области. Камни все раздробили. Теперь наполняем склянку. Странно, почему я называю это склянкой? Это же больше похоже на графин. Графин наполнен. Какого зелья оно нам даст? 2 желтых. Блин, зеленого ни одного. Жалко.
Возвращаемся в новую область. Оу, сколько здесь камней и там, и тут. Я, кстати, забыл, что мы можем еще отдаляться. И вид сверху, как в стратегии делать. Что тоже удобно, в принципе. Особенно, когда у тебя будет огромная куча пэтов с тобой бегать. Следующая область, 8-я у нас. И для того, чтобы попасть в 9-ю, нужно 411 тысяч набрать. Посмотрим, что золотое яйцо. 8 тысяч стоит. Обычный. Как бы ни одного редкого, ни одного интересного мне не попалось. Но обычные лучше, чем ранее легендарные, которые были вот у меня. Пускай будут они. Что, мне не жалко. Покупка за 1к брилля... Вот как выглядят эти сундуки. Я вначале тогда и не придал этому значению. А теперь понятно. Что ж, открываем его. У меня как раз 1000 было брюликов. Остается только его сломать и посмотреть, что этот сундук нам даст. Один слот вылупления яйца. Вылупление яйца, один слот. Это как? Что-то странное. Я не совсем понял, как это один слот вылупления яйца. Я сейчас, конечно, попробую вон там разбить. Одно яичко. Может быть, мне сразу же 2 дадут. Или, смотри, у меня же тут все забито получается. О! Серьезно? Я, короче, вместо одного покупаю сразу 2. Забавно. Это здорово экономит бабки, кстати. Я сейчас, конечно, посмотрю еще. Смотри, 157 у меня тысяч. А, нет. Я сразу 2 яйца покупаю. Ну, то есть вместо 8 тысяч я трачу 16 тысяч. Капец. Я тоже... О, мифический, прикинь, вылупился, достался мне. Силы 18. Мощно. Тратим все бабки. Получен мега-остаток. Используйте его на питомце, чтобы превратить его в мега на постоянно. Мега-остаток, это что такое? Необычный попался нам. Сейчас посмотрим, что такое мега-остаток, как его использовать в инвентаре. А, вот он. Мега-остаток. Щелкните правой кнопкой мыши на питомце в инвентаре, чтобы накормить его этим и сделать мега-питомцем. Мега-питомцы всегда... так же сильны, как и ваш лучший питомец. Но я думаю, что надо мифического накормить, так как он самый крутой у нас. Мифический, сколько у него вообще процент выпадения? У мифического... 1%, прикинь? И я его выбил! Ха! Ну вот тогда мы его и накормим сейчас. Накормить мега-осколком. Что-то я не понял, что стало-то? Я его накормил, а он стал больше, во-первых, он какой здоровый. И у него сил поуменьшилось. Мега, такой же сильный, как ваш лучший питомец. Но только сил у него стало меньше. 11. Что это за дела такие? У него было 18. Блин, вот я тупица. Тут же написано, такой же сильный, как ваш лучший питомец. Надо было, короче, обычного накормить, и он бы стал как мифический. А так как у меня больше нет сильных, мифический стал как обычный. Тьфу, елки, я просто взял и зафакал себе мифического. Ё-моё, вот я дубина. Надо было нормально, внимательно вчитаться и понять, как это шо... А я поторопился. Эх. Ну, кроме того, что мифический у нас теперь просто огромный кабан, и он утратил свою силу, стал обычным, ничего с ним больше не произошло. Ну, разве что он вырос. Капец, обидно очень. Еще бы одно. О, редкий попался. Еще один редкий. Много очень редких повылуплялось. Новый, легендарный. Я, короче, всех питомцев вроде бы здесь, да. И за 3%, и за 1%. Короче, я всех питомцев здесь нашел. Собираем монеты. Так, и получается, что у нас сейчас самый мощный питомец это... А, смотри! Нифига себе прикол. Мега каждый раз становится сильнее, когда у меня в слоте появляется более мощный питомец. То есть у меня у легендарного 13 сила, и он копирует ее. Ну это здорово, конечно.
Тогда не так обидно хотя бы. Если в будущем мы найдем более мощных питомцев, то он должен с них копировать силу. В общем, посмотрим, проверим. Наконец-то я набрал 400 тысяч. Открываем 9-ю зону. Сундук тут есть? Есть сундук? Нет, сундука, увы, нету. Но есть новое яйцо. Что ж, давай покупать. Обычные. Яйца тут по 16. Редкий был. Еще один редкий. Давай же, что-нибудь эпическое, мифическое мне, легендарное, дай. Редкий. Необычный. Все, денег нет. Давай посмотрим, скопировал ли наш мега силы. Значит, у этого питомца 18 Gold X2 Damage у него есть. Еще какие-то умения появляются. Ничего себе. И у этого тоже Gold X2 Damage. Смотри, у мега тоже сила 18. Класс. Мне это нравится. Тогда не зря я его вкачнул. Нет, ну конечно зря. Лучше бы я тогда обычного вкачал. У меня тогда было бы сейчас намного... Как минимум на одного питомца крутого больше. Чтобы пройти в 10-ю зону, нам нужно 829 тысяч. Шарики полетели, вид сверху. Удобнее лёпать шарики сверху. Короче, в следующей зоне у нас должны появиться магазинчики, в которых мы сможем тратить драгоценные камни. Я в предвкушении, что мы там сможем купить. Кого я уже открыл, надо посмотреть. А, ну два и осталось. 3% и 1%. Необычный еще один. Все, наверное, больше я не буду ловить здесь удачу. Искать пэтов за 3% и 1%. У этого тоже X2, X2, X2. Ну вот и все. Жалко, конечно, что мега не принимает эффекты других питомцев. Было бы круто. Давай-ка выпьем эликсиры, чтобы сделать еще более мощными моих питомцев. И быстренько насобираем 829 тысяч. Вот и все. Деньги собраны. Наконец-то мы попадаем в 10-ю зону, где сможем тратить драгоценные камни. Идем. Идем сюда. И вот стол у нас появился. Давай посмотрим, что же там у нас есть. Мы можем купить книжку, что ли? Мы купили книгу, открываем новый рекорд. Книга удачи, 2%. То есть теперь я могу... Стой, подожди, у меня плюс 2%. Ну-ка, пойдем посмотрим. Нет, все равно 1%, 3%. Я думал, процент выпадения у меня поднимется. Видимо, удача для чего-то другого. Для чего-то другого. Еще давай книжку купим. Новый рекорд, книга удачи. Монет 6% больше. А та книга, интересно, заменяется? Нет? Сейчас еще одну книжку возьму. Удачи яиц, 1%. Во, здорово. Давай яйцо откроем. Плюс 1%, но он здесь не отображается, да? Нет, он тут не отображается. Что ж. Это, кстати, круто. Мы, наверное, эту книгу и оставим. А как узнать, где этот бонус у меня в инвентаре? Он как-то числится, нет? А, книги остаются. Оснащен. Это здорово, что они остаются. Я думал, они заменяются потом. Ну, то есть ты одну книгу купил и с ней ходишь. Если другую купишь, то старая исчезает, взамен остается новая. Сколько у меня там получается еще драгоценных? Драгоценных камней у нас достаточно. Надо быстренько... О! Вот. Вот это сейчас я разобью. И надо пойти посмотреть, что в тех яйцах. Сколько они стоят? 31 тысячу яйцо стоит. Там должны быть мега крутые пэты. Камни все добыли. И знаешь, что я подумал? Что с книгами, наверное... Тут же инвентарь все равно рано или поздно закончится. И мы потом книги какие-то должны заменять. Чтобы у меня все влезло. О, за бриллиант давай покупать. Плюс один слот команды питомцев. Теперь у меня больше питомцев, отлично. Покупаем яйца. Какие они тут крутые. Обычный, необычный, мифический попался, класс. Сразу же практически мифического выбил. Легендарный. Че, я почти всех и выбил. А, нет, вот за 7%. За 7%. Все, всех выбил, прикинь. Быстро как. Все, вот галочки на всех стоят, значит, все у меня есть. Ну-ка, давай посмотрим, у них есть какие-нибудь особые способности. У этого ничего нет, у этого нет. Блин, а вот эти-то круче, что у них по золоту дамаг X2. Что
Чтобы попасть в следующую локацию, в 11-ю, нам нужно 1 квинтиллион монет, и там конец демо-версии. Добавьте список желаний в Steam, чтобы продолжить. Блин, ну так-то классная идея, затея. Я и думаю, тогда можно докупить еще книжечек, посмотреть, что мы еще можем купить. Но в рекорд книга урона питомцев 1%. Книга удачи яиц 3%. Книга урона питомцев. Ну-ка, сколько у нас книг? И вот сейчас мы узнаем, как с книгами дальше. Питомцев 9 урон. Ну-ка. Следующая книга у нас как-то заменится, нет? Книга урона питомцев 7. А, они просто вниз вот так в ряд собираются. Ну ладно, 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 я понял. В общем, вот такая вот игра. Если тебе понравилась, ты хочешь в нее сыграть, то по ссылочке в описании ты можешь ее скачать и тоже опробовать. И в скором времени эта игра должна выйти. Если ты хочешь увидеть прохождение этой игры, то пиши в комментариях: хочу увидеть продолжение после релиза. И мы обязательно в нее сыграем. Даже любопытно, что будет в 11-й зоне, какие еще плюшки тут будут, как будут прокачиваться питомцы, какие еще есть умения у них. Даже удивился, что у них есть реально какие-то умения. Но это только вот у вот этих вот. Они, видишь, желтым подсвечены. То, что желтым подсвечено и как-то другого цвета подсвечено, они имеют особенности. В общем, если тебе понравилось, ставь лайк под видео и подписывайся, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. А я сейчас тут... Ну, я квинтиллион-то точно не дособираю. Это огромная сумма. В общем, все. С тебя лайк, подписочка и увидимся в новом ролике. До встречи.